Solopov. Российский танцевальный дуэт Виктории Синицыной и Никиты Коцалапова на льду. Спортсмены сделали отчаянный шаг в своей карьере. Уехали в Соединенные Штаты Америки, чтобы тренироваться в группе Марины Зуевой. И на короткий танец этого сезона взяли ни много ни мало «Лебединое озеро». Это тоже своего рода вызов. Вызов, возможно, в том числе и недавнему прошлому. Но не будем об этом. Прошлое осталось позади. На льду наши спортсмены. Петр Ильич Чайковский звучит под сводами Милуоки. Публике очень понравилось выступление российских спортсменов. Довольны и сами Вика с Никитой. Теперь давайте дождемся вердикта арбитров. Но по тому, что мы видели на льду, оторваться от наших красавцев было решительно невозможно. В прошлом году на турнире Гран-при России не слишком удачно выступили Вика с Никитой, заняли тогда 4-е место, что, конечно, не соответствовало их стремлениям. Не попали они на пьедестал почета, проиграли в том числе и Пенни Кумс Николасу Бакланду, и Елене Линых с Русланом Жиганшиным, что на тот момент, пожалуй, было очень и очень принципиально. Но сейчас уже новый сезон, и будем надеяться, что все, что было раньше, поросло тем самым быльем. И теперь уже смотрят исключительно вперед и вверх российские спортсмены, не задумываясь о том, что было когда-то. Было хорошо, но сейчас, надеемся, будет не хуже.
Довольны спортсмены, довольны тренеры. Марина Зуева, Олег Эпштейн. Ну что, будет ли больше, чем раньше? Во всяком случае, все предпосылки к этому есть. Так, а дедакшн откуда? Подождите. За что? За передержанную поддержку. К сожалению, минус один балл получают российские спортсмены. Естественно, это их лучший результат.